Итак, друзья, рад приветствовать вас. С вами вновь канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Тема сегодняшней передачи будет у нас снова «Команда рядом». Ну и в продолжение сегодняшней тоже после «Команды рядом», как мы с вами еще раз разберем, будем изучать команду «Место». Так вот. Я недавно снял передачу по изучению команды рядом, где показал вам 5 способов, каким образом мы можем с вами научить собаку ходить рядом. Стали поступать вопросы, то есть люди как бы стали пользоваться этими методами, но здесь нужно учитывать такую вещь. Уже неоднократно я вам говорил, вы должны стать как бы лидером для своей собаки. Вот лидером мы становимся с вами 24 часа в сутки. То есть каждое наше действие должно обозначать, проецировать на собаку, что вы принимаете решение. Не собака принимает решение в отношении куда пойти, когда пойти, чем играть, когда именно играть, то есть какой игрушкой именно играть. А любое решение должно принадлежать вам, то бишь вожаку этой вашей суррогатной стаи. Так вот, каким образом мы с вами выходим на улицу и начинаем гулять, да? Мы вот идем с вами, и собачка начинает нас с вами подтягивать, да? Вот здесь вот просто вот задумайтесь, кто принимает решение, в какую сторону идти. Ну, естественно, собака, да? А каким образом мы с вами можем дать собаке понять, что нужно идти не в эту сторону, а именно в другую сторону? Вот сейчас мы с вами перейдем к практическому занятию, где я постараюсь вас научить, каким образом все-таки можно дать собаке именно гуманными способами. То есть мы не будем с вами разбирать какие-то жестокие там виды амуниции, да? Причем они достаточно действенны, но тогда взаимоотношения с собакой у вас будут не на том уровне, который я, собственно говоря, пропагандирую. Итак, давайте с вами перейдем сейчас в тренировочную зону, и там я вам расскажу, покажу, каким образом нужно дать понять собаке, что не она здесь принимает решение, в какую сторону нужно идти. Итак, у нас имеется педальный лабрадор такой, который во вчерашнем ролике, ссылочка будет, который косячил в будке. И как мы ему показываем, каким образом, кто вожак и кто выбирает направление. Сейчас он только будет начинать тянуть меня, я буду останавливаться и идти с ним в другую сторону. Буду специально замедлять шаги, поэтому обратите на это внимание. То есть он идет в одну сторону, я разворачиваюсь, то есть он принимает решение, что я пойду туда, начинает меня подтягивать в ту сторону. Я останавливаюсь, разворачиваю его в другую сторону, противоположную. Моментами я буду останавливать его. Для чего я это буду делать? Для того, чтобы дать ему понять о том, что направление движения, остановка, не остановка, в какую сторону идти, принимая здесь решение я. И все это записывается ему на корочку на уровне подсознания. Итак, поехали. Let's go.
То есть вот обратите внимание, сейчас я пойду вперед, специально приостановлюсь, и если собака начнет движение вперед, соответственно, я развернусь и пойду в другую сторону. Вот смотрите сейчас. Ну, вот как-то так. То есть мы сейчас не преследуем цель такую, из точки А дойти в точку Б, да, а мы именно занимаемся собакой. То есть собака сейчас понимает, что сосредоточить свое внимание на прогулке, когда она идет на поводке, она должна именно на том человеке, который держит поводок именно с другой стороны. То есть руководитель всего маршрута является не она, собака, которая может принять решение идти вперед, в бок, назад, когда остановиться она захочет, а именно человек, который дает ей посыл с другой стороны поводка. То есть как только начинает собака выдвигаться вперед, вы разворачиваетесь, идете в другую сторону, либо останавливаетесь. Но собака должна понимать, что она сосредоточит все внимание должна именно на вас. Просто и легко. Если вы будете изо дня в день повторять это упражнение, собака будет уже знать на уровне условного рефлекса, то есть это ответная реакция организма будет, и потом этот рефлекс перерастет у собаки в навык. А сейчас мы перейдем с вами к следующему упражнению, мы будем дистанционно учить собаку команде места.